Здравствуйте, меня зовут Александр Витальевич Глинкин, я детский и подростковый стоматолог, то есть принимаю детей с первого зуба и до совершеннолетия. Я занимаюсь лечением как молочных, так и постоянных зубов. В своей работе я использую медицинский микроскоп. Это означает, что кариес будет убран полностью, а здоровая часть зуба будет максимально сохранена. Если же зуб сильно разрушен, то я восстановлю его с помощью специальных коронок для детских зубов или отреставрирую композитным материалом с учетом природной анатомии. Каждому ребенку я ищу свой подход. Чтобы лечение было комфортным, я использую поверхностную седацию закисью азота с кислородом. Или, если есть показания, лечу все зубы за одно посещение в условиях современного и предельно безопасного наркоза. Всегда понятно объясняю родителям все возможные варианты лечения, даю рекомендации по уходу за зубами и профилактике. Приходите ко мне на прием в Dental Fantasy, чтобы получить качественное лечение в антистресс-обстановке.